Приветствую вас на своем канале, у микрофона Данил Добро, канал Быстрый ПК. В этом видео я расскажу про свою старую приставку Game Boy. Выпущена она была в 2002 году. Диагональ экрана около 3 дюймов, чуть поменьше, 2,9. Вот запустил игру Aladdin, это я запускаю через эмулятор. Ссылки оставлю в описании, все это запускается онлайн. Кстати, вот именно эмуляция игр от этой приставки, она очень, по сравнению с PlayStation, быстро происходит. То есть игра достаточно быстро запускается, ее можно долго ждать. Соответственно, вы сможете прям почти сразу открыть сайт и запустить ее. Ссылки будут в описании, там у меня будет статья, где будут показаны все игры, в которые мне понравилось играть в то время, которые действительно достойны внимания, там разные самые игры, в основном платформеры. Платформеры — это вот что-то вроде вот этого Аладдина. И потом еще покажу Sonic и другие. Есть еще платформеры. В общем, тогда еще не было интернета, и поэтому все приходилось покупать вот эти вот картриджи для данной приставки. И периодически игры зависали, приходилось перезапускать, а вот сохранения тут, к сожалению, нету на данной приставке, поэтому разница между тем, чтобы играть в онлайн на каком-нибудь эмуляторе, скорее всего, на эмуляторе даже лучше, потому что на эмуляторе есть сохранение. Не все, конечно, так плохо, потому что в некоторых играх все-таки сохранения были с помощью каких-то кодов, которые нужно было записать и потом использовать, чтобы вернуться на последний уровень пройденный. Вот эта вот игра уже Sonic, тоже, наверное, достаточно популярная или хотя бы известная, про синего ежа. Что-то вот именно вот в записи кажется, что очень что-то вот дерганная картинка. Ну, это, возможно, связано с самой игрой, но когда все это было на маленьком экране, разумеется, все было очень даже играбельно. К сожалению, вот данная вот игра что-то вот, она вот выглядит не очень в записи. Вот это вот бонусный уровень. Не всегда он выпадал. Разумеется, тут у нас также стандартно 3 жизни. И следующая игра у нас Driver Advance 2. Тоже такая игра со свободным миром, есть там несколько миссий. Я думаю, подобные игры вы так без моих подсказок знаете. Но если учесть, что эта игра 2002 года, тут такая вот, ну, не самая красивая графика. Но все-таки тут что-то похожее на 3D уже есть. Не как вот платформеры, которые мы смотрели немножко до этого. Насколько я так понимаю, тут скорее всего у нас псевдо-3D. То есть это не полноценная 3D графика. Особенно если учитывать, какое тут качество, только вблизи машину можно хоть как-то рассмотреть. Зато понятно, что это я запускаю все на эмуляторе через операционную систему Windows, через браузер все запускается. Да, конечно же, вот в этих вот играх очень часто были всякие вот такие вот небольшие видео. Все это было пиксельное, не особо красивое по современным меркам. Ну а сама игра, разумеется, тоже она вся такая вот пиксельная. Вот Человек-паук, эта вот игра мне не особо понравилась. У нас было даже 2 картриджа с этим Человеком-пауком разных, но что-то я вот именно вот в эту игру почти не играл. Видимо, был не любитель данной, ну, в принципе, Человек-паука. Уж кому-то, конечно, не нравилось.
Что еще было, конечно, примечательно вот у них именно в ретро-играх, то, что графика, мы уже поняли, какая тут была. Следующая игра у нас LEGO Star Wars Звездные войны. Тоже достаточно интересная игра. Тоже надо сражаться со всеми. Понятное дело, что все игры были со звуком. Я на видео решил все-таки звук полностью весь убрать. Именно из видеоигр. Мало ли там какие-нибудь авторские права, еще что-нибудь. Тоже не совсем с этим стал разбираться. Просто убрал везде звук. Ну и по факту, так как я играл очень часто именно от аккумулятора в эту приставку, понятное дело, звук я выключал, чтобы надольше хватило аккумулятора. Помним, что это у нас все ретро-игры. И давайте-ка я немножко расскажу про саму приставку. Ее даже сейчас можно купить. Но не знаю, насколько это оригинальная приставка. Как видим, она стоит около 11 тысяч. А если брать бэушную версию, то это около 8 тысяч. Напишите в комментариях, что вы думаете по поводу ретро-игр. Вот этих вот старых приставок. Как вы... Ну и какие вам игры нравились, если вы в них играли, напишите в комментариях. А на этом у меня все. Если вам понравилось видео, ставьте лайки. Благодарю за просмотр. До встречи в следующих видео.